Министерство иностранных дел КНР выступило против американской программы, которая ограничит инвестиции в экономику Поднебесной. Администрация президента США готовится к концу августа завершить работу над этим документом. Он может запретить вкладывать средства в китайские индустрии полупроводников, квантовых вычислений и искусственного интеллекта. Китай всегда выступал против политизации и милитаризации экономических, торговых и технологических вопросов в Белом доме. Мы считаем, что искусственное создание препятствий для сотрудничества и обмена в этих сферах нарушает принципы рыночной экономики и подрывает стабильность глобальных цепочек производства и логистики. Такой подход идет вразрез с интересами обеих сторон. Ранее президент США Джо Байден обещал, что Вашингтон не будет разрывать экономические связи с Поднебесной и препятствовать ее развитию. МИД Китая выразил надежду, что Белый дом выполнит это обещание и даст позитивные сигналы для дальнейшего двустороннего сотрудничества.